Мадагаскаре живет, пожалуй, самый необычный паук, которого вы когда-либо видели. Паук-пеликан. Передний конец головы груди у пауков-пеликанов вытянулся вверх, образовав подобие шеи, на которой сидит голова с глазами. Из этой головы растут удлиненные хелицеры, сбоку напоминающие птичий клюв. У большинства пауков хелицеры – это короткие малоподвижные придатки с когтем на конце, через которые в добычу впрыскивается яд. Однако у пауков-пеликанов они превратились в грозное орудие для захвата добычи, обладающее высокой подвижностью. Паук не строит паутину, но может выделять ее, чтобы, например, спуститься на паутинке с ветки в случае опасности. В отличие от большинства других пауков, пауки-пеликаны охотятся исключительно на других пауков. Из-за строения своего тела ему крайне неудобно передвигаться по паутине. Но как же добраться до паука, сидящего в самом ее центре? Паук-пеликан идет на хитрость. Лапками он дергает за паутинки, имитируя попавшую в них добычу, тем самым привлекая паука. Своими мощными хелицерами паук-пеликан атакует и вводит яд. Потом он высосет из паука все соки. На этом канале вы увидите короткие интересные ролики из мира животных. Если нравится подобный контент, то подпишитесь и посмотрите другие ролики на канале.